должен в результате осторожен. Вот. Дорогие родители, вам я прежде всего хотел напомнить известное изречение. Чем больше я знаю людей, тем лучше отношусь к собакам. Вот. И еще сказать, что мы живем в таком удивительном времени, что проблемы может быть в любом фильме. Например, этот фильм посвящен тому, что американское усыновление может быть и не обязательно неудачным. Вот. Ну и так далее. Тут много чего можно прочитать. Вот. Но все-таки это прежде всего для мальчиков и девочек. Я довольно много занимался разными попытками, как бы это историю рассказать поинтереснее, но все-таки то, что сделал мистер Пибоди, это интереснее всего. Я надеюсь, что вы сегодня, когда узнаете первый раз про Великую Французскую революцию, или про Трою, или про фараона Тутанхамона, вы это не сможете забыть никогда, потому что как это объясняет мистер Пибоди и как это все происходит, это страшно интересно. Вот, я это все, когда слушал по-английски и кричал по-русски, мне было интересно особенно. Вот. Вот. Давайте мы пожелаем вам приятного просмотра, ну как это ушла. Вот. Снова хорошего. Вот. И если мама сегодня, дорогие мальчики и девочки, скажет, что собаки портят мебель и одни грязь в доме, вы этому не верите. А я думаю, что мама теперь уже не сможет ничего сказать. Счастливо!